Он упал в бездну. В атаку, утка, в атаку. Они, кажется, поняли, что мы без мечей будем. Пусть будет, с лишним не будет точно. Давай, живи, у меня стрелы кончились. Чтоб мы дюкнули кораллы, что ли? Надо его сбросить в бездну. Нет, просто бежим отсюда. Всем привет, сегодня будем играть в Bed Wars, но без мечей. Этот челлендж я пройду со своим подписчиком Кримсоном, поехали. Но будем надеяться, что у нас соседей вообще не будет. А, у нас вон там. Так, какая она ком... О, там у нас только один. А, я сейчас к нему еще одного человека добавят. Он уже к нам идет. Готовься. Нам нельзя пользоваться мечами. Мечи в инвентарь. Да, все, убрал. Надо на молоты накопить, чтобы молотами их. Но молоты-то не бьют, а он кровать защитил. А, стой, давай не будем на него нападать. Может, он на нас тоже не нападет? Надо написать, надо с ним переговоры провести. Чтобы он на нас не нападал. Да тут другие соседи на нас идут. Давай, ты на утку копи. Я сейчас куплю молот. Так, ладно, давай. О, кибок, да, ломай. Чё выпало? Кстати, копья, если выпадут, хорошо будет. А ты ж прошлый Battle Pass проходил. Там же был какой-то набор с копьями. Почему ты его не взял? Он же крутой был. Там уже копья по половине хп сносят. Забыл? Ну, эх, ну ладно. Ну просто у меня такого нету. Я лук куплю, чтобы вот тот сосед нас очень хочет атаковать. Он своего друга зовет на нас. Вон там. Я сейчас стрелы покупаю и буду их обстреливать. Только 8 стрел. Сейчас они его стрельну, чтобы запугать, чтобы они ушли отсюда. Входите! Так, ты уже генератор прокачал? Ты куда там убежал? А, я сейчас тоже приду. На утку надо накопить. Я куплю прокачку для брони. А-а-а! Нет, живи, давай, я тебе сейчас помогу. Так, кибок сломаю. Он там на тебя напал, что ли? Ты изумруды схватил? Нам утка нужна, срочно. Так, я сейчас куплю себе броню. Я буду маленьким. Этот черик. А, это наш сосед же. А, ты чё? Это твоя турель? Ты взял кит-набор с турелью, что ли? А, ну так тоже можно. Я не знал, что он у тебя есть. Вулкан. Пью-пью, всех стреляет. Все, теперь соседи к нам не подойдут точно. Ладно, пошли за изумрудами вместе. А то мне одному страшно. Сейчас я стрелу куплю. Ладно, я побежал в спецназ. А кто кровать открыл? Давай. Я иду, у меня есть лук, если что. И молот. Ой. Пью. Все, пошли. А ты где? А, ты уже там? Давай, я иду. Я тебя прикрою, а мы давай. Ты туда, я сюда. Ты что, кибот есть? 3 изумруда. Ну, генератор. У меня щит. 6. Все, пошли. Спириты есть. Ха. У меня есть несколько видов оружия. Так, что будем покупать? Я уток хочу. Я даже не знаю, что такое утки. Какое-то обновление. Пошли утки сделаем. Так, я уже прибежал на базу. Возьмем стрел побольше. Я покупаю утки. Яйца уток. А где заспавнить? Вот эта утка с мечом. А пошли вон того разобьем противника. У нас оружия достаточно. У него стреляет. О, там человечек. Покебок ломает. Все, побежали наши соседи атаковать. Зачем всех уток заспавнил? Жалко, что это не лисы, конечно. Где эти утки? Они бегают такие вообще. Вон того соседа. Что? Они двое играют. Пошли к ним в гости. Ты мне помогать будешь? Так, спиритов к ним закидываем. Мой какой разлетается. Так, ну что, утки? Утки в атаку. А, они долго спавнятся. В атаку, утка! В атаку! Бей их! Ой, все, пора валить. Они мне не дают заспавнить уток. Давай! Я стреляю в него! Да у меня лук даже больше сносит, чем его меч. Так, давай я ему кровать добиваю. Все, минус кровать, без использования мечей. Так, к ним еще одну уточку запульну. Они утку убили. Сейчас вам будет наказание. Нате. Мне кажется, поняли, что мы без мечей будем. Нет. Давай с лука. Дальний бой стал ближним. Давай, живи. У меня стрелы кончились. Молотом неудобно немного. Все, он проиграл? А, как его бить? Я могу утку. Все, прям близко так вообще стояли. Ладно, я пойду стрелами закуплю. Он нам кровать... А, это утка. Фух. Я подумал, нам кровать ломает. Утка защищает кровать. Еще турель тут. Тебе надо одну турель взять, чтобы потом обстреливать всех. О, я нашел яблочки. Что мне купить? Стрелы. Так, ну одну кровать мы сломаем. О, давай аирдроп. Нет, там человек. У него копия. Спавни тогда утку. То мы не сможем, наверное, победить. Давай, я аирдроп собираю.
Одни кораллы выпали. Ладно, пошли кровать. Я защищу коралловыми блоками. Они вообще крепкие. Защиту убираем. А, у тебя тоже есть? Чтобы мы дюкнули кораллы, что ли? У меня тоже есть. Кстати, мы единственная команда, и еще одна команда осталась, и все. Мы уже в финал попали без мечей. Только что. Нормально. Я думаю, вообще проиграем. Подожди секунду. Так, молот есть. Стрел побольше. А, фаерболом же тоже, по идее, можно пользоваться. Хорошо. Пошли генератор прокачаем. Там я вижу. А, они там сидят. Чё? Турелька их подобьет. Они тут что построили вообще? А, типа они единственные, кто остались, что ли? А, да, а нет. Они тут вообще все бегают так. А! Так, ладно, я сейчас распавнюсь. А мы, кстати, хотя бы один раз проиграли. К нам алмазник идет. Бей его. Его утка бьет. Я выжил. Чудесно, блин. Алмазник тут. Алмазник, бей его. Мне такой молот один урод наносит. Такого удара. Обстреляй его. Он вообще с кровати сломается. Надо его сбросить в бездну. Давай, он убегает. Пуф. Я его догоню. У него арбалет тактический есть. Ладно, сейчас поиграю тут. Все, он будет знать, как на нас нападать. Все, я убегу на базу. Чтоб ты его забить хочешь? Давай. А где он? Он в бездну упал. Мы его победили вдвоем из мечей. Неплохо. Так, получается, фаерболы полезные. Где-то... А, у него шарики были. Ладно, сейчас стрелы куплю, тоже типа могу. Ну, почти победили. Нет, Кримсон. Да, фаербол покупай и побежали на него. Он тоже себе стрелы закупает. Он динамит берет. У него ракетница есть. Так, лаки аирдроп. А, это мы с ним один на один остались просто. Команды. Нужно ему кровать сломать. А, все, ни у кого кровати больше нет. Ему кровать сломали, пока он тут сидит. Он нас обстреливает. Остались только мы, у кого есть кровать. Поэтому он хочет нас добить. А что ж там у нас кораллы выпали? Давай, фаерболы покупай. А вот у нас ракетницы нету. Ай, так он сюда. Ой, мне же мечом просто нельзя. Пуф. Улетай. Где он? Давай, бей его, он нам сейчас кровать сломает. Нет. Просто бежим отсюда. Беги к Нимсон, пока можешь. Мы ничего ему не сделаем, он алмазник. Ты выжил? Нет, давай, беги оттуда. Он меня хочет подстрелить, сука. У нас кровати нет, ни у кого кровати нет. Давай, беги, беги. Прячемся, разбегаемся куда-то. Как обидно без мечей. О нет, ты проиграл, что ли? Я еще живой. Сейчас будет на меня охотиться. Ты живой или нет? Сейчас стрелок куплю побольше. Живой? Они будут, нам нужен один изумруд. А ты живой? Или уже нет? Ну, кажется, нет. Что, ты реально проиграл? Ну, если я где-нибудь запрячу в какой-нибудь дыре, тогда можно выиграть. Ну, так скучно. Лук мало чего делает против алмазки. Один урон из 100. И еще он будет восстанавливаться. Так, мне нужен один изумруд. Так, ну... Остался еще один человек, где-то спрятался. Ладно, я пока лаки-блоки открою. Если мне выпадет дроби-бой, то я буду его запутывать. Пока мазин есть. О, вороны. Отравление будет. Такой. Ладно. Пусть будет, лишним не будет точно. Я нашел генератор второго уровня. Что такое? Мячечек сам бежит. Так. Ловушки. Они ничего не делают, кажется. Алмазы. Я сейчас куплю себе что-нибудь. Бронирование. Вон они там дерутся, два алмазника. Так, я куплю броню. Два алмазника дерутся. На ракетницах. Так. Как бы хорошо было бы, если они бы сразу двое проиграли. Птичка. Где они там? Птичку заказывали? А, нет, не долетит, наверное. Слишком далеко они находятся. Так, ладно. Вот, побольше. А, мне надо фаерболы, точно. Все, я побежал на них. По дороге буду лаки-блоки открывать. У меня есть только одна птичка. Птичка ничего так не делает. Так, остался один из них только. Я один на один с ним. Он понимает, что меня выкрыли. Ага, спрятался, значит. На тебе. А, улетай. Он меч взял. Он упал в бездну. Он шарики взял, да? Если у него были шарики, так нечестно. Где он? Где он? Я его выбросил. Да, у него были шарики. Падай. Птички нету. Эксплор. Все, я упал. Эх, если бы у него шариков не было, тогда бы я победил.